Йоу, FS Madison, fs-pro.ru, Madison Beats. Давай, поехали. Бывай на полную этому зло. Специально для тебя горький стритбол. Это мужской мир, это игры для мужчин. Это шанс показать, кто номер один. Дриблинг нужен, чтобы видели, кто крут. Стрит, баскет, Россия, танки не умрут. Помню, как с ребятами экономили бабки, чтобы купить майку Леброна или Найки. Ты в форме? И я без галстука пока. Без привычек века и не боюсь кулака. Да, бывала игра, сталкивал лбами. Но пацаны знают, что значит матчи между дворами. Летом как угорелые по площадкам бегаем. Зимой не менее скрипим по паркету кедами. Экшн на PlayStation вечером. Вот так! Сегодня Нижний Новгород, стритбол и хип-хап. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. 3 на 3. Ощути этот драйв от игры. Повышай адреналин у себя в крови. Приколи, подломанный бит, словно динамит. Стритбол, это новый вид и бешеный ритм. Мэн! Это динамика, что забирает от начала до конца. И труд в поте лица. Эй! Не надо соплей, победи свою лень. И играй с нами, если можешь что-то показать. Стритбол, это блюдо подают горячим. Это далеко не дети, что играют в мяч. Это спорт. На, тут свои игровые системы. Это не повод проколоть себе вены. Это возможность, проверь свои нервы на прочность. Бросок точный, готовы играть днем и ночью. Без заморочек, просто мы любим это очень. Ты играешь в стритбол, да, молочек. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. Горький стритбол, ударяй мяч в пол. Как Кинг-Конг, это все не прикол. Диджей Тони Тонг.